знаменитый шоумен и юморист, а также один из самых востребованных телеведущих на главном канале страны Максим Галкин, вновь удивил поклонников. Всем известно, что главными героями личного блога артиста являются его маленькие наследники Лиза и Гарри, а также в последнее время его супруга Алла Борисовна. Алла Борисовна радует фанатов своими шикарными фотоснимками, но наряду с семейными фото и видео Максим Галкин ведет очень увлекательную рубрику про домохозяйство. Пугачева загнала под капот бедного Галкина. В рамках этой рубрики артист выполняет различную домашнюю работу и старается придумывать всевозможные лайфхаки. На сей раз артист показал, как он достает тину из фонтана. К слову, Галкин совершенно не стесняется физической работы. Напротив, он уверен, что трудовое воспитание еще никому не помешало. Так, вооружившись шваброй с утра пораньше, артист пошел собирать тину из фонтана. Пугачева, естественно, в своей шуточной манере он начал делать различные манипуляции, комментируя их при этом. А то все думают, что мы здесь только чаи с тортиками кушаем. Поклонники артиста в очередной раз убедились, что телеведущий обладает отличным чувством юмора и прекрасными физическими данными. Максим Галкин гастролирует по Америке. Однако многочисленные поклонники выразили мнение, что популярному юмористу уже пора возвращаться в деревню Грязь к Алле Пугачевой. На протяжении длительного времени Максим Галкин колесит по городам и весям Америки, где радует русскоязычных фанатов своим творчеством. О том, как проходят его будни, шоумен с завидной регулярностью рассказывает многочисленным подписчикам своего аккаунта в социальной сети Instagram. Максим уже дал концерты в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Денвере, Сиэтле и других городах. Примечательно, что в комментариях к самой свежей публикации Галкина многие фанаты, порадовавшись за кумира, выразили мнение, что артист подзадержался на другом континенте и пора бы уже возвращаться домой. «Максим, все прекрасно, но дома вас ждет жена и детишки. Возвращайтесь скорее!» Здесь и далее орфография и пунктуация автора. «Куча концертов, но пора и честь знать. Айда домой, в Россию! Россия вас ждет! Возвращайтесь! Представляю, как по вам дома жена соскучилась. Головокружение от успеха, мания величия, вес в ребро. Семья ждет, вы не дома, развлекаетесь. Неприятное впечатление, что Алла больше не нужна», — высказались пользователи сети. Ранее поэт, композитор и исполнитель Игорь Николаев поздравил Аллу Пугачеву и Максима Галкина с годовщиной венчания. Во время таинства в храме присутствовали только самые близкие люди, примадонны и юмориста. Сам композитор держал венец за спиной шоумена. «От всей души поздравляю с днем венчания моих дорогих и любимых Аллу Пугачеву и Максима Галкина. Счастья и здоровья вам и вашим прекрасным детям, мира, согласия и достатка в доме. Впервые в жизни был шофером, и это незабываемо. Спасибо за честь и доверие. Год пролетел мгновенно, и еще многое лето», — написал Николаев. Алла Пугачева опубликовала фотографию своей бабушки и дедушки. Поклонники пришли в восторг от снимка из архива «Примадонны». Алла Пугачева углубилась в воспоминания на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Артистка выложила фотографию ближайших родственников. «Обожаю старые фотографии. Моя бабушка Александра Кондратьевна Одегова в девичестве Бухарина и дед Архип Одегов. Здесь и далее фотографии. Деда не помню,
рано умер, а бабушка – это ангел моей жизни. Я выросла на ее руках и под ее приглядом. Спасибо ей, царство небесное ей, – сказала Пугачева. Многочисленные подписчики впали в эйфорию. Внимательные зрители сделали вывод, что на бабушку Примадонны похожа ее младшая дочь Елизавета, а на дедушку молодой муж Максим Галкин и шоумен Дмитрий Нагиев. «Дед на Макса чем-то похож, на первый взгляд. Лиза походит на бабушку. Сама Алла на бабушку похожа, оказывается. Очень красивая пара. Лизонька на бабушку похожа. А вы, Алла, сами очень похожи на деда Архипа. Здоровья вам и вашим деткам. Я ваша старая фанатка. Как Лиза похожа на вашу бабушку. Одно лицо. Случайностей не бывает. Максим похож на дедушку. Лиза на бабушку. Переселение душ на лицо. Нагиев с волосами вылитый дед. Вы с Нагиевым родственники. Кстати, дед на Галкина похож. Родственники? Не видите сходства? Дедушка похож на Максима Галкина. Высказывали свои мнения подписчики. Ранее Алла Пугачева выложила другое архивное фото. На снимке Примадонна запечатлена в белоснежной шубке и большой шапке-ушанке. Это кадр из клипа Филиппа Киркорова «Любить обещаю». В подписи к снимку Пугачева напомнила, что Новый год не за горами. СМИ узнали, когда Пугачева и Галкин может развестись. СМИ делает вывод, что Пугачева подготовилась к краху пятого брака, анонсировав возвращение на эстраду. Почти месяц прошел после возвращения мужа Аллы Пугачевой Максима Галкина с тура по США, а звездных супругов все еще ни разу не видели вместе. Галкину не находится места на дне рождения подруги Примадонны и дочери Филиппа Киркорова, куда Гарри и Лиза идут в сопровождение только мамы. А сама Пугачева не принимает участия в веселых семейных прогулках по заснеженному подмосковному замку, пишет Vista News. Ссора с мужем уже серьезно ударила по здоровью Примадонны, подозревают фанаты. Галкин даже внешне изменился, у него новый стиль, как подозревают интриганы, для новой женщины. Российские СМИ считают, что Пугачева и Галкин могут развестись до Нового года. Предполагается, Примадонна давно подготовилась к краху пятого брака, анонсировав возвращение на эстраду. Ведь теперь ей самой предстоит себя содержать. Речь идет о юбилейном концерте. Как сообщал Униан, Примадонна российской эстрады возвращается на сцену с юбилейным концертом Алла Пугачева, который состоится 17 апреля в Кремлевском дворце. Галкин опубликовал фото Пугачевы из магазина для бедных. Телеведущий Максим Галкин опубликовал в Инстаграм фото певицы Аллы Пугачевой с тележкой в супермаркете. По словам Галкина, куда бы ни пошла его супруга, кто-нибудь обязательно сделает фотоотчет. На фото Пугачева катит перед собой тележку, в которой сидит ее сын, и рассматривает полки с консервированной продукцией. Мне.ру отмечает, что в магазине для бедных певицу не узнали. Многие подписчики Галкина заявили, что это фото фейк, по их мнению. Если бы Пугачева появилась в супермаркете, за ней бы шла толпа поклонников. Может, это постановочная фотка? Тетка с телефоном не обращает на Аллу Борисовну внимания, отметила мадам Женько. Одна из пользователей рассказала, что певицу можно встретить в общественных местах. Поклонница оказалась на одной детской площадке с Пугачевой. Как все обычные родители, играла с детьми, каталась на качелях. Ну, очень приятно было наблюдать за Примадонной в повседневной жизни. «Восторг!» – написала она. Некоторые предложили, что так Пугачева приучает детей к нормальной жизни. Я думаю, не в магазине дело,
Просто Алла приучает сына и к такой жизни. Ведь неизвестно, как сложится судьба. Я думаю, это урок для Гарри от Аллы, отметила одна из пользовательниц.